В одном из абаканских домов разгорается настоящая война между жильцами. Причина спора – металлические ограждения во дворе, препятствующие проезду машин. Проблемой поделилась наша зрительница в рубрике «Мобильный репортер». После этого посыпался шквал звонков, и конфликт обострился до предела. Виктор Буров продолжит. Жители дома Покашурникова 3 разговаривают друг с другом исключительно на повышенных тонах. Конфликт возник после того, как во дворе установили металлические ограждения, препятствующие сквозному проезду. Некоторые собственники посчитали, что конструкции построены незаконно, без их согласия. К тому же они мешают проезду экстренных служб. В поисках справедливости люди обратились в программу «Вести Хакасия» через мобильное приложение. Стоит вот такая железная труба, где нет проезда пожарным машинам. После эфира скандал обострился. Скорая подъехала, водитель вышел, наматюгался и назад. Потом так объезжал. Хозяйка одна у нас вот такая, которая кричала. Она у нас хозяйка дома. Что хочет, все горлом берет. А мы тут как дураки. Весь дом за место дураков. Собственники уверены, старшая по дому установила преграды самовольно ради личного комфорта. Впервые кто-то слышит об этом, что ходили, собирали какие-то подписи, что за там или против. Ну, по крайней мере, нас в известности ставили, как жильцов этого дома. Другая же половина дома полностью на стороне Валентины Шамраева. Люди говорят, установка металлических ограждений – вынужденная мера. Это ради безопасности всего двора. Девочку вот недавно сбили, его соседку чуть, девчонку не угробили. Спасибо, вот они, сантехники, которые заорали. Чтобы разобраться в скандальной истории, мы обратились в администрацию города. Установка каких-то ограждений, препятствующих сквозному проезду автотранспорта, должно быть согласовано на общем собрании. Решение должно приниматься собственниками, двумя третями голосов и более. По словам старшей по дому, согласие на установку ограждений подписало больше 90% дома. Но тем не менее, воюют жильцы уже 2 месяца. Но решающее слово здесь могут сказать экстренные службы. Недовольные сооружением жильцы имеют право обратиться в управление пожарного надзора. Если там после проверки подтвердят, что ограждения мешают проезду спецслужб, собственники обязаны будут их снести. Виктор Буров, Игорь Бюханов, Вести, Хакасия.